дальше. Вот. Очень интересную информацию я получил. У меня есть главный из моих помощников, это Павел Троценко, он мне время от времени, а и второй помощник такого же уровня Виноградов. Они оба мне присылают такие вещи, где-то, где моя фамилия прозвучит, там оказывается что-то, и чем дальше, тем больше. Я сделал такую вещь, я хочу в целом порассуждать. Я оказался в двойственном положении. Итак, существует человек с именем, фамилией, отчеством, со своим каналом и со своим этим самым каталогом. Вот. Припоминаю себя, который несколько лет утверждал. Ребята, выписывайте у меня косточки, семечки. Вот. Не дожидаясь плодоношения, пока вы вырастите из них свой сад, пока появятся свои подвои, потом привои, и когда-то вы, может, заведете себе питомник, и, значит, будете жить. И я добавлял, наша задача сделать так, чтобы наши саженцы вытеснили с рынка всю эту дрянь. Приезжает человек к вам, допустим, Иванову, Петрову, Сидорову, ну, нашему Иванову, и нашему Петрову, и нашему Сидорову. Вот, и видит реальный сад. И... Но до этого все-таки до реального сада далеко. Поэтому буквально меня понял один из вас, друзья. Вот. И, значит, сейчас я ниже прочитаю письмо. Наладилась переписка, потому что это я вначале получил. Потом я с ним связался. Вот. И что получилось? Дело в том, что, ну, дураку понятно, то есть я ничего еще не знал, но я знаю одно. Что тут не знать-то? Слива уссурийская желтая, китайская красно-синяя, желтые хопты, мелба красная, жигулевская, формел зайлийская, голден, квинти. Это все, это все мое. В таком сочетании не встретите больше нигде никогда во всей планете. Чтобы у кого-то такое повторилось. Кроме тех, кто покупал у меня семена. Идем дальше. И тут упоминается еще и не просто Голден, а Голден Железо. Дальше. Когда я это прочитал, я не стал возмущаться, потому что сам же напросился, говорил, пусть повторяют, пусть выращивают, ссылаются на меня и распространяют, чтобы все равно, как бы они ни получилось, чтобы не получилось, но это лучше, чем это импортная дрова. Это все равно лучше. Вот. Кроме этого, я не стал тут размещать каталог. В каталоге мои фотографии. Причем фотографии даже культурных сортов. Понимаете, в чем дело? Даже культурных. А это же сеянцы. Прошло 3 года. Повторить качество мы их не могут. То есть люди заинтересуются, увидят роскошные фотографии в его каталоге, купят и думают, что качество повторяется. А качество могут не повториться. Но это все, и опять говорю, это лучше, чем покупать вот эту рыночную дрянь. Даже в этом случае. Теперь дальше. Мне, почему подробно, это очень важно. Он взял и в каталоге, не в переписке, взял, и есть такая фраза, она меня примирила с этим человеком. Оплата весной по факту, так как не все растения могут перезимовать. Все по-честному. Согласны? Замерзло, уже не продаст. Вот. И, наконец, получается, переписка наладилась. Его письмо. Абрикосы, сливы и яблони от вас. Черенки покупал в прошлом году и в этом. А косточки покупал 3 года подряд. Все остальное выращено из семян от разных источников, в том числе зарубежных. Но тут вы, конечно, это пролетите. Вот. Фотографии использовал ваши. Так как посадочный материал куплен у вас, если вы не против, я уберу. Вот. Я отвечаю, рад за вас. Меня наоборот подкупает, что вы сразу начали размножать материал именно сибирский. Пару замечаний и уточнений скажу на вебинаре, но тактически как учитель. Раскрывать фамилию, адрес пока не буду, общими словами. Дело в том, что я заметил, я всегда раскручиваю, чтобы люди знали, обращались, кто в Омске, что, чтобы весь Омск туда, кто в Москве, чтобы все там, кто живет там, это самое, в Калуге, чтобы все к этому,
к Макарову и так далее, и так далее. Вот. Но тут я не могу. Почему? Вероятность, когда человек все это закупит, вот так вот раз, все. Вот. Я имею в виду, тут, правда, он умудрился и зарубежное, там это уже шансов-то около нуля, что у людей вырастут. Не в эту зиму, так в следующую замерзнут. А именно вот эти, да, мои, которые, ну, что я скажу, цена божеская, вот, цена, так. Сливы китайские, уссурийские, они, их сроду никто никогда не поливал. Значит, что? Значит, будущий скосчик, они, скорее всего, повторят эти же качества. Ну, может, небольшое перепыление. Вместо красно-синий получится красно-желтый и так далее. Но не смертельно. Это уже сад. Вот такие дела. Чтобы вырастить и семечко, и яблони, мелба могут вырасти ранетки. Если вы успели привить, тогда я вас поздравляю, тогда прекрасно. Но вот здесь разъяснений нету. Потому что я уверен, что слива не прививалась. Вот эти. Тогда вопрос, прививались ли яблони. В общем, но, еще раз говорю, я не имею морального права пока вас раскручивать. То есть, я не имею права ни фамилию, ни телефона, ни адреса, ничего. Потому что все это будет, как сказать, на уровне лотереи. Вот такие общие слова.